The Thrill Seekers, в переводе с английского «любители острых ощущений». Но под маской любителей скрывается он один – магистр электронного звука Стив Хеллстрип. 12 лет назад он открыл для себя синестезию – способность соединять впечатления от окружающего мира, видеть звуки и слышать картины, даже когда вокруг абсолютная тишина или полный мрак. Сначала Thrill Seekers научился объединять мысли и чувства, чтобы создать гармонию транс-музыки и визуальных образов, подружить два самобытных мира искусства. И чтобы летняя дружба не превратилась в осеннее одиночество, мы возьмем с собой в Ван Гог всех, кого узнали этим летом, кого читали в онлайне и слышали по телефону, видели вблизи и знали издалека, всех, кто стал нам дорог и важен. Соединим все лучшее, что случилось с нами этим летом. Суббота, 27 августа. Дэвид Диджеев и два танцпола в клубе и под открытым небом. Сергей Ткачев, Москва. Евгений Свалов, Формал Екатеринбург. Зикон, Македонский, Савин, Данил, Крематор, Никвит. А также легендарный Thrill Seekers, Великобритания. Закроем летний сезон вместе. Суббота, 27 августа. Летняя площадка клуба Ван Гог, город Миас. Справки по телефону 922-15-12-111 и на сайте клубвангог.рф. Медиапартнер портал я1.ру. Официальное радио «Рекорд».